Соревнования проходят на олимпийском льду на базе Югспорта. Сюда приехали порядка 150 спортсменов. Это представители одиночного катания. Первыми на лед вышли самые маленькие спортсмены. Они выступают в категории «юный фигурист». Пермского края мы делаем и чемпионат закрытый. Это только наши дети с нашего края, потому что здесь идет попадание в сборную края. Сейчас такая конкуренция в фигурном катании, там буквально в сотые балла отличаются друг от друга. И лед это такое дело, сегодня один сильнее, завтра другой. На чемпионаты первенства Краснодарского края в Сочи приехали спортсмены со всего региона. В числе сильнейших в Федерации фигурного катания называют представителей Сочи, Краснодара и Кореновска. Другим регионам мы уже давно составляем конкуренцию. Мы уже попадаем в десятку лучших России. Ну и будем двигаться дальше. Благодаря вот именно всему наследию олимпийскому мы и катаемся. И у нас есть и лед, и все условия для того, чтобы заниматься фигурным катанием. Завершатся турниры в Сочи 27 января. По их итогам будет сформирована сборная Краснодарского края для участия в зональных и всероссийских соревнованиях.